Приветствую вас всех на канале Акваблог, и с вами снова Игорь. Если вы меня не знаете, то рад знакомству. Если вы меня знаете, то привет. Сегодня будет очень классная тема, это аквариумные улитки Хелены. Это улитка, которая сжирает других улиток. Она служит поддержанием популяции улиток другого вида в вашем аквариуме. Хелена родом из Юго-Восточной Азии. Ее очень часто называют хищной улиткой, потому что она поедает падаль рыбы, улиток и также любой другой корм. В природе она ест все, то есть кого она догнала, того и съела. Также если погибала какая-то рыба либо еще кто, они сразу кучей налетали на это существо и сжирали его полностью, ну кроме, наверное, костей. Цвет раковины у них желтый с спиральновидной черной полосой. Улитка вырастает малого размера, то есть 2 сантиметра и в среднем полтора, где-то 1,8 миллиметров сантиметров. Продолжительность жизни у Хелены небольшая, от 1 до 2 лет. Содержание в аквариуме очень легкое, просто закинули и забыли, потому что рыба ползает в грунте, как Мелания или как. После чего она поедает также сухой, живой корм, любой, все что угодно. Если у вас есть улитки, катушки в аквариуме, то улитка просто подползает. И закрывая проход улитки из своего домика, она туда залазит своим хоботком и сжирает ее полностью до основания, то есть улитка погибает, потому что она съедает. Если у вас есть у улитки неретина либо ампулярий, то этих улиток они достаточно трудно поймать, потому что они быстрее ползают и они больше. Конечно, возможно, что они их съедят, но очень редко случай. Также, если у вас есть рыбы, то рыбам они совершенно безвредны, потому что они не успеют за ними угнаться. Если вы же сажаете их к малькам, тоже мальки совершенно полностью в безопасности, потому что у них резкий старт. И после чего Хелена не сможет дотянуться до них и съесть. Но если у вас есть рыба больная, которая уже по полу ползает, то, конечно, она ее поймает и съест. Из-за того, что улитка достаточно мелкая и ползает она в грунте, то желательно ей грунт, чтобы был 1-2 мм песчинки. Если они будут крупные, она тоже будет лазить, но не так. Какая подходит ей вода? Вода должна быть средней жесткости, потому что у нее улитка состоит из известняка. А так как у нас все ракушки состоят из известняка, то у улитки будет крепкая, красивая, такая сочная ракушка. Если нет, то, увы, она будет блеклой, некрасивой и может погибнуть. Очень простое кормление этих улиток. Просто едайте корм, и они нападают сами. Они тут же вылазят, начинают его есть. Так как Хелены у нас разнополые, просто так их нереально просто развести. У меня было 2 штуки, и они ползали, ползали полгода, и ничего не было. Сейчас я еще 2 взял, то есть 4, может быть, что-то получится. А так они разнополые, и обязательно нужно, чтобы была мужская и женская особь, после чего самка откладывает одно яйцо на твердую поверхность, после чего примерно 25 дней оно вынашивается в этом вот коконе, после чего падает в грунт, и там на протяжении полугода она там развивается, растет и вылазит наверх, на поверхность. Ну а так, что скажу, Хелена очень даже очень интересная улитка, которая, самое главное, красивая. И нету вот этой вот плодовитости, как у катушек, которых невозможно просто избавиться, если они попали в аквариум. Но если вы завели у Хелену, то их не будет так много. Но все равно будет, но не так. Совместимость этих улиток. Их не очень рекомендуют сажать с креветками, потому что если креветка сбрасывает панцирь, то она становится уязвимой к этому. И уже улитка просто подходит к этой креветке и начинает есть ее. И креветка не успевает уйти, и все, и их нет. Если у вас есть какие-то дорогие особи креветок, то обязательно убирайте их. Также улитки, неретины, ампулярии, кролики, все что угодно вообще, просто можете не беспокоиться, потому что они их, во-первых, не могут схватить, во-вторых, они не могут залезть, и в-третьих, у них маленький хоботок, чтобы они могли их есть. А на этом видео подошло к концу, я надеюсь, что оно было очень-очень-очень полезным. Так что ставим лайк, подписываемся на канал, подписываемся в группу ВКонтакте, можете писать мне лично ВКонтакте, обязательно тоже. А все ниже в комментариях, все есть, все ссылки под видео. Обязательно, если вы хоть как-то цените мой труд, обязательно просто подпишитесь ради меня, ради меня. А я буду выкладывать видео ради вас новые, потому что вы даете мне стимул для этого. Также никто мне ничего не написал про боксинг. Может быть, что-то надумали и там что-то есть, или мне самому просто начать попробовать, а вы уже сами решите, что как есть. Все, на этом видео подошло окончательно конец. Все, пока. Жду вас в друзьях. Не знаю, подписывайтесь. Всем пока.